Чистят канализацию и дезинфицируют мусорные контейнеры. Так в Мариуполе предупреждают появление холеры. Мероприятия проводят каждую неделю. Напомню, в 2011 году в Мариуполе был очаг этой инфекции. Тогда ввели запрет на купание и лов рыбы на Азовском побережье. Заразились более 30 человек. Чтобы предотвратить появление холеры, сотрудники Зеленстроя привели в порядок ливневку в Кленовой балке. Оттуда вывезли два КАМАЗа пластиковых бутылок. Также хлоркой обрабатывают мусорные контейнеры. Было переполнение ливневого лотка с выходом воды за пределы лотка. Ну, незначительно, без ущерба обошлось, без сложных последствий. Оперативно здесь отреагировали, до 4 утра работали совместно с аварийно-водолазной службой. Здесь была тогда ликвидирована аварийная ситуация. На сегодняшний день мы производим очистку этого лотка. На побережье, на песчаной, на слободке, на гавани, садки, речной, по всему городу.